Приветствую всех вас, дорогие мои зрители. У микрофона Рулери и испытание Аида номер один. Сжечь 50 солдат, но не убить их каким-либо другим образом. Очень просто. Все действительно очень просто. У вас есть магическая способность Сифрит, которая сжигает их. Собственно, ее используем. И никак их не атакуем более. Будут появляться периодически циклопы. Их перчаткой Зевса уделываете на раз. Ну, там, на самом деле, на 4-5 раз. Но не суть. И спокойно выполняйте это испытание. Оно очень быстро проходится, и с ним особо никаких проблем вы не испытаете. Ну, вот видите, уже 14. И дальше. Просто следите за тем, чтобы циклопы не нападали на солдат, и сами случайно их ненароком не ударите, вместо того, чтобы фритом их сжечь. И все будет у вас the best.